Louis W. Spada. Спасибо. Мы сегодня первый раз, ну вот, с моим партнером, потому что наш замечательный Игнат, он здесь часто уже играет, а у нас сегодня первый концерт и такая проба инструментов, линий и прочего. Значит, я обычно приезжаю очень рано в клуб, чтобы здесь все осмотреть, разыграться. Сегодня я сделал 4 круга, вот, и вспомнил, что 30 лет назад то же самое происходило, когда я жил в Амстердаме. Эти амстердамские улицы в 5 раз уже московские. Вот, но там других вариантов не было. То есть мы приезжали на машине, разгружали инструменты и аппаратуру, уезжали домой, приезжали на велосипед. Вот, я думаю, что нас это ждет в самом ближайшем будущем, потому что какой-то совершенно случайная машина уехала, и я нашел где-то далеко очень отсюда место. А так, видимо, я до сих пор катался бы по кругу. Но, тем не менее, мы здесь. И в первом отделении мы сыграем программу с пластинки «Картинки с выставки» или «Прогулки с Мусоргским». В конце июля мы вот этим составом играли эту программу на очень хорошем австрийском фестивале. И чтобы не забывать музыку великого Мусоргского, решили сыграть в Москве. Итак, «Прогулки с Мусоргским». Thank you.
Евгений Борец. На барабанах Игнат Кравцов. Меня зовут Алекс Ростоцкий. Мне очень приятно играть для вас в этом замечательном клубе. Я думаю, что все-таки я поездил по странам и играл в клубах, в концертных залах, но в таком клубе я еще не играл. Я думаю, что этот клуб может претендовать на звание лучшего клуба в мире, только его нужно еще насытить вот программой ежемесячной. Это очень сложно сделать, нужно искать спонсоров, так же, как и для серьезных проектов, чтобы этот клуб стал таким мировым местом, куда бы все стремились, и у нас еще были бюджеты, способные удовлетворить нужды великих музыкантов. Следующая пьеса из этого цикла под названием «Гном». Thank you.
балет «Кинцо». Thank you.
Thank you.
Ренат Кравцов. Кстати, у него вчера был день рождения, можно еще похлопать. Евгений Борец. Следующий номер называется «Два еврея, богатые бедные». Thank you.
спасибо. Надеюсь, может быть, после Нового года, я не знаю, когда здесь будет время, потому что здесь нет ни одного дня. И у меня очень хорошие отношения с арт-директором. Вот он мне позвонил и дал число, а так я бы сюда никогда не попал. Надеюсь, что когда-нибудь после Нового года я покажу здесь новый проект, который называется «Евреи, страны, города», где столкнутся очень разные музыкальные темы. Темы евреев Эфиопии, Марокко, Турции, европейские, и кусочки клезмер, и Прокофьев. Это такое мое долгое, недолгое, всего год пока, исследование как визуальный, такого мира визуального, аудиомира, потому что в еврейской музыке масса влияний, очень интересная синагогальная музыка. Я очень хочу записать какого-то выдающегося кантора и потом сделать вот то, что я делал с африканской музыкой вокруг, устроить такой пир из электроники. Вот, то есть я хочу очень избежать местечковости в этом проекте и как-то вот попробовать показать публике и, собственно, самому себе, что культура – это вещь, которая меняется каждый день, каждый час, каждую минуту, и нет никакого такого давления, потому что культуру невозможно давить. В любом уголке мира есть люди, которые придумывают каждую секунду что-то новое, и нужно за этим всего-навсего нажать мышкой на какую-нибудь ссылку, и вы получите что-то необыкновенно новое. Итак, мы заканчиваем первый сет пьесы Модеста Петровича Мусоргского, который называется «Баба Яга». We'll be right back.
Евгений Борецкий. Игнат Кравцов, Алекс Ростовский. Наш перерыв еще целый сет. Спасибо. Мы сыграем очень разные пьесы. Часть пьес не записана еще на пластинках, часть записана. И, собственно, я даже их не хочу особенно комментировать, просто будем играть и все. Thank you.
розовой тканью покрыты бедра. Тело черное, как антрацит, татуировки, узор и твердые груди. Улыбка ребенка, кольцо волос, как пружина у груди. На голове корзина с плодами. Сочные губы, которым нужны поцелуи и сласти. Черная дочь голубых озер. Легкая, как африканский ветер. На влажном песке оставляет следы. Забывают ловлю терпеливые рыбаки и любуются узкобедрой богиней воды. А богиня проходит мимо и детские ноги свои погружает в прохладные воды. Черная дочь голубых озер, легкая, как африканский ветер, на влажном песке оставляет следы.
черная дочь голубых озер, легкая, как африканский ветер. Выдающийся композитор и певец Салих Кейта. Он живет в очень сложной стране под названием Мали. Является там сейчас министром культуры. К тому же он один из самых популярных артистов Африки. Он собирает десятки тысяч зрителей по всей Африке, по всему миру. Участвует в благотворительных акциях в пользу массы проблем в африканских странах. Идет совершенно колоссальную работу по... Он председатель международной комиссии альбиносов, потому что он альбинос, и для альбиносов, родившихся в Африке, это сложнейшее испытание, потому что родители, ну, некоторые родители выдворяют своих детей из дома, потому что им кажется, что они приносят несчастье, потому что очень сложный процесс, через который он прошел. Он вырос в беднейшей семье и достиг колоссальных высот, несмотря на все свои проблемы. Он является таким героем для многих начинающих африканских музыкантов. И в том числе, вот когда я был в Уганде, все... В разных ситуациях все время вспоминали его имя, потому что он такой очень яркий человек. Мы продолжаем. Я захотел продолжить другой пьесой, не той, которая лежала в программе. Я думаю о такой теме, как предвосхищение чего-то. То, что мы ждем, то, что, о чем мы мечтаем. И вот долгие годы я мечтал попасть в Африку. И начал рисовать Африку, начал писать музыку, и что-то сочинять много-много. Совершенно никогда не думаю, что мои сны, мои желания, мои... какие-то чаяния сбудутся, и я полечу в эту прекрасную, где много бегемотов, слонов и всяких других существ страшных. Вот я сделаю уколы, чтобы ничего не случилось, и с улыбкой выйду с трапа самолета в такой солнечной стране, где почти не бывает пасмурных дней. Вот, и мы сыграем мою старую пьесу, которая называется «Африка, любовь моя».
Мы сыграем премьерную пьесу, которая, собственно, будет следующей моей большой программой. Она называется «Евреи в страны-города». И я надеюсь, что
к этой программе будет сделан полноформатный мультфильм, примерно на целое отделение, на 45 минут. Там будет 6 новелл. Новеллы очень разные. Новелла о путешествиях, о снах, о любви, о том, как живут в разных странах люди, в том числе и все эти путешествия совершает такой чудесный персонаж, молодой еврей в шляпе, который едет по всему миру на велосипеде, что, в принципе, не характерно для этих людей. Но, хотя очень многое, например, в моем любимом Антверпене, там все после работы, когда они целый день обрабатывают алмазы, и потом разъезжается целый толпы людей в черных шляпах, в черных плащах на велосипедах. Эту картинку я в себе носил много лет, и потом она как-то просто раз и легла на мою там, бумагу, на полотно. Вот. И мы сейчас сыграем одну пьесу, которая будет в этой программе. Но там, конечно, будет другой состав. Там будет кларнет, саксофон и может быть, еще какие-то инструменты, которые характеризуют еврейскую музыку. Может быть, чуть-чуть скрипка будет, может быть, гитара чуть-чуть. Вот. Но, тем не менее, мы заканчиваем наш концерт пьесой моей новой, которая называется «Еврейское счастье». Thank you.
Я всегда забываю о главном, потому что я не бизнесмен, к счастью или к сожалению. Всегда со мной есть несколько пластинок. Спасибо.